Я предполагаю, что сегодняшний гость программы «Правда-24» будет разоблачать мою некомпетентность и уличать меня в предвзятости. Это один из рок-апостолов российского рока, хотя, мне кажется, он считает себя единственным. Так ли это или нет, мы сейчас выясним у Стаса Намина. Приветствую. Какую-то вы чепуху несете, молодой человек. Работа наша такая. То, что апостол, возражений нет. По поводу того, есть ли еще у нас апостол? У кого нет возражений? У аудитории. Не знаю. Мне кажется, ты абсолютно чепуху говорил сейчас. Так. Да. Которая не связана ни с реальной действительностью, ни с моей точки зрения. Так. Очень лаконично. У нас есть рок-музыка? Или она была у вас? У кого у вас? В России. Ну, конечно, есть какая-то... Ну, все знают, что она есть, что за вопрос. Ну, почему нет? Этот тезис подвергается сомнению. Ну, очень я не многим. Сомневаюсь. Так, конечно. Хорошо. Если есть рок-музыка, должны быть апостолы. Апостолы? Не знаю. Знаешь, что ты называешь апостолами? Ну, люди, которые стояли у истоков жанра в нашей стране, и которые в известном смысле канонизированы общественным мнением в этом качестве. Ну, может быть, да, с точки зрения общественного мнения. Так и ввиду преклонного возраста, можно согласиться. Это не обязательно. Ну, хорошо, ну, вот кого можно было бы назвать? Не знаю, я не разбираюсь. Я вообще к музыке имею очень опосредованное отношение. Сказал Стас Намин, у которого в этом году коллективу «Цветы» исполняется 45 лет. Причем я вижу здесь сразу какое-то такое легкое жульничество, потому что какие 45 лет? 20 лет просуществовал коллектив. Первый период. А потом он исчез. На 20 лет исчез. Да. Так как мы можем говорить про то, что команде 45 лет? Какие аргументы за? Это значит, что 45 лет назад я первый раз придумал эту группу. Так. А судьба ее действительно оказалась непростой. Угу. И то, что мы называем, что она существовала в 70-х годах, это тоже довольно относительное существование, потому что была бешеная цензура. И нам удавалось выпускать какие-то пластиночки гибкие по одной, пропущенной через цензуру, где не разрешалось расщеплять голос. Была одна долгоиграющая такая мелодия. Это 80-й год. Вы просто юный мальчик, поэтому не знаете, что все происходило. Это лестно, конечно. Но... Вот первые 10 лет нас ни разу не показали ни по телевизору, ни по радио, ни в СМИ. Ни в Хорошо, каких-то. А кого показывали? Кого показывали, все знают. Нет, из людей, которые работали в этом же жанре. В этом жанре никто не работал в то время. Ну... В рок-музыке никто не работал? Ну, не знаю, что тебе... Ну, как, существовала машина... Начинают рассказывать какие-то вещи очевидные. Ну, машина времени существовала ведь уже тогда. Ну, как существовала? Ну, это и машину времени, и Гребенщикова, и нас не показывали. Так. А что ты спрашиваешь, кого показывали? Ну, посмотри там архивы в телевидении, там видно, кого показывали. Ну, показывали. А Аллу Пугачеву как? Ну, слушай, неинтересно про это разговаривать. Так, про что интересно? Я не знаю, ты для чего меня позвал? Я хочу поговорить о 45-летии команды «Цветы». «Цветы» — это сейчас реанимированные, я употребляю именно это слово, в том же составе, так, вообще, в принципе, как бы в желтой прессе такое говорят. Вообще в рок-музыке и вообще в музыке. Так. Этот термин к музыкантам и творчеству не употребляется. Хорошо. Говорят, употребляется термин «камбэк». Конечно, да. Да. Только его никто не понимает. Скажи по-русски. Ну, возвращение, да? Ну, или да, как? Это правильно. Хорошо. Возвращение. Возвращение. Мы знаем несколько примеров возвращения рок-команд, да? Когда такая была история с Bee Gees. Они гремели в 60-е. Нет, это потом. О другом идет речь. Угу. Как бы возвращение, это значит, после какого-то перерыва группа возвращается и играет что-то, то есть существует. Угу. И вот тут вот есть серьезный критерий, что же она, собственно, играет. Или она играет ностальгические песни тех лет, когда их еще помнили, в 70-х, я не знаю, каких, 80-х. Или они, помимо тех песен, которые как бы из уважения к прошлому нельзя забыть, тем не менее, все-таки что-то делают современное, сегодняшнее, и живут полноценной жизнью,
как будто эта группа как бы не ностальгирующая, а реальная, сегодняшняя и ничем не уступающая сегодняшним группам, если не наоборот. Это «Цветы». Почему «Цветы»? Это не только «Цветы», это группы, вот «Bee Gees», кстати, те же. Они вот в свое время начали, когда они возвратились на сцену, грубо говоря, но это было, они довольно ярко возвратились. Да, стимулом что было взять и снова спустя два десятилетия какой-то вернуться? Момент, да, в какой-то что? Момент мне показалось, что когда вот 40 лет было группе, угу. кто-то мне посоветовал, и кто-то говорит, а почему бы тебе, собственно, не вот вспомнить? Я говорю, да, что там? Угу. Ну, а потом я посмотрел так вот в интернете или где-то, уже тогда интернет появился, а я как бы не очень заходил в него раньше. А сейчас время от времени все-таки захожу и смотрю, что происходит. Так. И с точки зрения понять, а как общественное мнение существует, оно не столько меня волнует, по большому счету, но с академической точки зрения интересует, как и все на свете вокруг меня. И я увидел, что, в общем, как-то забыта группа совсем. И все, ой, прошу что... прощения, это коллега. Чего говорит? Кутиков. Саша, алло. Алло. Да, ты подъехал? Да, подъехал ты? Угу. Прям сейчас тебя встретят. Пусть сюда идет. Кто-нибудь слышит меня из администраторов? Откройте, пожалуйста, Александру Викторовичу. И сюда пусть садится. Шлагбаум. И мы с ним можем... Угу. Ага, сейчас выйдут, тебя встретят. Выйдут. Ага, все, спасибо, Саша. Ага, до встречи. Так. Извини, пожалуйста, выключи помню, телефон, чтобы нас больше не побеспокоили. Так. Продолжаем разговор. Я не помню, про что я говорил. Такое. Мы говорили про камбэк, тебе слово это очень не нравится. Да. Мне слово не нравится? Ну, ты попросил, ты попросил сказать по-русски. Ну, конечно, люди слушают по-русски. Зачем у нас люди грамотные, у нас зритель грамотный, он знает, что такое камбэк. Все равно, с какой стати. Вот я правильно понял, что даже нет воспоминаний о том, кто посоветовал на 40-летие группы ее слово или отметить? Кажется, это... Кажется, это из музыкантов кто-то был? Кажется, это было где-то на дне рождения у Андрюшки Макаревича. Так. Может быть, это Юра Веринов или кто-то вот из... Угу. Вот. И потом мы как вот... Я подумал, ну, собственно, почему бы и нет? И это было совершенно спонтанно, это не было запланировано. Так. Но когда уже пошел кайф, и когда мы действительно начали играть, там, и что-то такое придумывать, и решили поехать на Abbey Road записаться, и потом, то есть практически мы записали все песни наши 70-х годов на Abbey Road. Если мы уже потом... говорим, что такое камбэк, то скажем, что такое Abbey Road. Это культовая студия в Лондоне, в которой Beatles писались, и лучший альбом они записали, и назвали все, его именно так, Abbey Road. Все альбомы там они записали. Нет, они назвали свой лучший альбом Abbey Road, кстати. Да. Я считаю, что Abbey Road это самая сильная их работа. Ну, как бы там ни было, мы решили там записаться и сделали много, там, два года. Ездили туда, записали все наши старые песни. Но это было давно и неправда. А сейчас мы записали новый альбом и не стали записывать его на студии вообще. Просто сыграли его на концерте. То есть это живой, то есть это выпустили лайф, да? Живым звуком. Но при этом материал ностальгический, да? Нет, старый. Материал новый весь. Весь новый материал. Да. Ну, весь, не весь, там какие-то песенки есть, конечно. Просто поняв, что происходит... Вот Александр Викторович. Приветствую. Здравствуйте, дорогой. Мы просто не расстаемся. Да, про Abbey Road как раз говорим, на котором, кстати, машина тоже писалась когда-то. Я просто и думаю, вот. Я сводил свой альбом. Так, только в микрофон, да, потому что без петлички. У меня буквально тот же вопрос, который я задал товарищу Намину. А писаться на Abbey Road, это какая-то ностальгическая такая битломанская вещь или это технический аспект? Ну, поначалу для нас это была такая ностальгически битломанская тема, потому все-таки. Что это, так сказать,
сбытчамеч, таких вот несбыточных. А, конечно, когда мы туда попали, я как специалист в области звукозаписи, просто-напросто с ума сошел в определенном смысле, потому что я не представлял себе всю пропасть, разделяющую нашу звукозапись и английскую, и, скажем, с технической, с технологической точки зрения, Abbey Road — это просто фантастическая студия. Действительно, это студия номер один в мире. Ладно, мы сейчас про цветы говорим. Саш, тогда тебя Настя проводит, ты подождешь меня, мы со Стасом... Я могу сказать, что вот сегодня ночью как раз смотрел наш совместный концерт в Зеленом театре и получил просто колоссальное удовольствие. Мы про этот концерт, кстати, поговорим обязательно. Это отдельная передача должна быть, потому что мы там сделали, вот мы вместе должны сесть. Все, тогда увидимся. Увидимся. Не прощаемся. Ага. Потому что это действительно был концерт сумасшедший. Мы там сыграли, мы играли их песни, а не наши. Здорово. Здорово. Это было впервые за 40 лет общей жизни. Ага. Вот мы дружим 40 лет. И в «Машине времени» тоже 45 лет. Вот 40, они отметили. Но это было не сейчас. Это было Весной, да. Да, весной. Нет, не о том ты говоришь. Я говорю, мы сыграли концерт совместно 4 года назад, когда было 40-летие. 40-летие цветов. И их также, но у нас одинаково. Ну, у вас полгода где-то все-таки, по-моему, да? Ну, какая разница? А, это если бы вы были постарше, то говорили бы, что есть разница. Это... Да нет разницы. Ну, есть разница, кто первый. Да кто, нет, кто, конечно. Кто второй. Хорошо, ну вот новый материал. Кто первый, с твоей точки зрения? Ну, хронологически? Да. «Машина времени». Ну, что шучишь? Нет? Нет разницы. Ну, он Кутиков здесь же спросил. Все, он ушел, это надо было раньше, пока он здесь был. Ну, ладно, а как тогда, в таком случае, как я Макаревича играл на гитаре, учил играть? Вот кто научил. Не вот кто научил, ты почитай его книжку, он там сам пишет. Так и как ты себе представляешь, и вот как это было? Ты же вообще не понимаешь, что происходит. В принципе, ты слышал звон, но не знаешь. Я профессиональный дилетант, я журналист. Откуда я могу? Чуть раньше, чуть позже. Там не было понятия раньше, позже. Хорошо, давай вернемся все-таки к цветам. Мне все-таки кажется, что в случае с такими командами всегда потребитель, зритель, слушатель, он хочет на самом деле слушать вещи, которые он уже знает. Как вот с новым материалом? Не могу тебе сказать ничего. Я вообще на потребителя не ориентируюсь. И мне то, что катит у меня, то и я делаю. То, что не катит, не делаю. Ты, наверное, это давно знаешь, просто как журналист должен спрашивать чепуху. Ну, конечно, потому что я исхожу из того, что не все это знают. Но, тем не менее, вот... Ты знаешь, как устроен шоу-бизнес, да? Нет. Шоу-бизнес – это когда берется шоу, как мясорубку, проворачивается, оттуда идут деньги. Так. Понятно. Это не твой случай. Да, вот я хочу тебе объяснить, что мы занимаемся последние 5 лет совершенно противоположным. Мы кладем деньги, оттуда уходит то, что мы делаем. Понятно? Сразу возникает вопрос, откуда деньги берутся, чтобы положить в мясорубку? Понятно. Exactly. То есть, если ты хочешь спросить, каким образом я зарабатываю, это тупой вопрос, потому что, в принципе, как я должен рассказывать тебе? Я давно в жизни разделил у себя в жизни, я давно в своей жизни разделил два, направления деятельности. То есть, все, что касается моего кайфа, это значит так называемого искусства, это и музыка, и там, я не знаю... Живопись, кстати. Ну да, да. Графика, там, я не знаю что, фотография, еще театр, много еще существует, но это все вот то, на что я предполагаю тратить силы, время, деньги и все остальное. А деньги зарабатывать для меня это тяжелый труд, таскать в мешки в порту. Я вот зарабатываю деньги в другом месте, где нет понятия вкус, где нет понятия достоинства, я имею в виду человеческое, связанное с творчеством. Вот, это просто математика. Вот математика является, с моей точки зрения, главным критерием того бизнеса, которым я занимаюсь. Он у меня отделен от этого. Поэтому я вот там зарабатываю, а трачу, кто-то тратит в казино, кто-то в рестораны, кто-то яхты покупает. Ну, а я вот хулиганю и занимаюсь... В общем, это извечный посыл про котлеты и мухи. Мухи отдельно. Хочешь так назвать, если тебе так принято, штамп такой хочется котлеты поставить. Котлеты отдельно, да. Мы люди штампа, мы журналисты. Я вот про что думаю. Вот мне кажется, что всегда у творцов есть свое представление о том, что им удалось. А у
там слушатели, если мы про музыку говорим, свое. Допустим, вот есть всякие там, допустим, greatest hits у тех же Битлов. А есть мнение, что многие вещи, которые не входят в эти greatest hits, они гораздо лучше и отличнее. Вот в случае с цветами есть совпадение мнения аудитории и мнения... Я думаю, что, наверное, есть где-то, а где-то и нет. Меня это не интересует. Угу. Меня вообще как бы внешняя среда интересует очень относительно. Так. Мнение меня интересует в основном только людей, которых я уважаю и понимаю, что... Кто эти люди? Это кого очень много людей с разных. Нами? Ну, вот ну и, как из, это, фамилии из... тебе нужны? Ты да, может, ну, не хотя... знаешь многих из них. Ну, а из, ну, из тех, которые тоже не в шоу-бизнесе, но в шоу. И это, я не могу тебе сказать, что это значит не в шоу, не в шоу. Ну, люди, которые очень, занимаются ты, музыкой. Очень усложняешь разговор. Угу. Давай его упростим. Давай, ну, давай вот упростим. Очень много людей разных, которые не всегда и часто очень не связаны вообще с искусством. Угу. Это просто умные люди с хорошим вкусом. Ну, их ты даже мог бы не говорить, что они связаны с искусством, потому что, в общем, разные полушария отвечают. В общем, люди, ну, которые считают знаю, интеллектуалами, они, как правило, трудно не сказать, являются какие креативными. Если я вижу, что у человека хороший вкус, что он достаточно интеллекта, чтобы понять, о чем речь идет, то этого достаточно вполне, чтобы человек вызывал уважение. Случай. Это не сегодняшний случай. Не случай. Нет, не переводите на личности, это неправильно. Вот, поэтому много людей у меня вокруг меня, друзей моих, и у нас в стране, и за рубежом, достойных, приличных, с хорошим вкусом, понимающих, что происходит. И, конечно, меня волнует их мнение и о том, что я делаю. Вот. Но по большому счету мнение журналистов, мнение публики, по большому счету меня не волнует, хотя мне было бы приятно, если бы то все то, что я делаю, правильно было бы понято и воспринималось хорошо. Конечно, это любому человеку приятно. То, что цветы сейчас из себя представляют, это конкретное направление в рок-музыке. Это так называемый классический рок, мелодический, который... как бы квалифицируется как рок-группа. Потому что в рок-музыке есть разные направления, и некоторые из них называются не рок-группой. Например, там Брюс Спрингстин. Это солист, который... это не рок-группа, а солист. А сзади аккомпанирующий ансамбль. От этого не умаляется достоинство его драйва, его личного образа. Вот это направление у нас в стране существует, несомненно. Я просто уточню, перебью. Но то, что делает Брюс Спрингстин при этом, это рок-музыка? Это такой поп-рок, да. Так, хорошо. Да. Если говорить о том, что сейчас делают цветы сегодня на новом витке жизни, после того, как прошел первый период жизни их, там, 20-летний, о котором мы говорили, а потом 20-летний перерыв, где они... даже и существовали, может быть, в театре, но на публике не показывались, поэтому никто, конечно, если 20 лет кто-то не показывается, то считай, что его забыли все. Тут год-то не показываются некоторые, их забывают. Поэтому получилась на сегодняшний день ситуация, точнее, не на сегодняшний, а на 5-летней давности, когда было 40-летие. Ситуация, когда все помнят наши песни, но никто не помнит, кто их поет, потому что нас не показывали никогда по телевизору по-человечески, а через телевизор только люди что-то узнают. В основном. Ну, или интернет, тогда его вообще не было. Поэтому нам, грубо говоря, когда мы в 40-летие свое начали на новом витке активную творческую жизнь, нам пришлось фактически начинать сначала, с нуля. И этот ноль был реальный ноль, даже зашкаливал за минус чуть-чуть. Потому что мы вдруг оказались опять не формат. Если в 70-х мы были не формат по одной причине, то сейчас не формат, ну, наверное, по какой-то другой. Наверное, мы не вписываемся в тот вкус, который еще существует в стране и так далее. Но от того, что это для нас не шоу-бизнес, и я, в общем-то, не зарабатываю на этом деньги, то по большому счету, ну, я смотрел со стороны на факт существующий и улыбался, и сейчас так же делаю. Вот мы выпустили сейчас двойной альбом. Один называется... То есть мы сыграли концерт в Крокус-Сити, и это был большой концерт, который разделился на два альбома, DVD и CD. Один называется «Человек разумный», это было первое отделение концерта, хотя мы перерывов не делали, первая часть концерта. Это серьезные песни, в основном все новые. И вторая часть концерта, которая называется «Власть цветов», и выпущена под таким названием в DVD. И
Там попали туда и новые песни, ну и какие-то ремейки старых наших известных хитов, в которых участвовали гости. Гости очень симпатичные, и мы очень там стебались и хулиганили. И мне показалось, что получилось очень симпатично. Поэтому «Власть цветов» для публики, конечно, более популярный альбом, чем «Человек разумный». Потому что «Человек разумный», в общем, это серьезные стихи и Веры Полосковой, и Евтушенко, и Давида Самойлова, и, я не знаю, даже Андрюша Битов со мной сделал песню. Очень красивую. И мне кажется, он более серьезный, этот альбом «Человек разумный». Поэтому он как бы... не развлекательный, скажем так, поэтому, наверное, будет не таким популярным. Как бы там ни было... Я все-таки рискну перебить. Да, конечно. Вот уточнить перечисленные фамилии. Они просто авторы... стихов. Стихов или они участвовали в... Нет, они авторы стихов, конечно. То есть они никак не участвовали. Я сейчас говорю о том, что вошло в этот альбом. Вошли песни серьезные. Нет, которые... Мы знаем, что Вера Полоскова, она сама исполняет. Да. Но у нас не было в первом альбоме вообще гостей. Все понял, хорошо, я уточню. Мы гостей не приглашали. Мы первый альбом сделали как бы такое серьезное, как бы... Ну, может быть, даже связанное какой-то драматургией общей, какое-то действо, которое назвали «Человек разумный». Там есть вступление, интродукция, где я играю там на гитаре, там, и мы там что-то делаем. Оно инструментальное. А после этого идет набор песен в какой-то последовательности, которые, с моей точки зрения, связаны с какой-то вот жизненной позицией, скажем так. Это чистые цветы, те, кто, как они сейчас мыслят. А вторая часть концерта развлекательная больше, и при том, что там все равно есть новые песни какие-то, но все-таки она более веселая, стебная, смешная и более развлекательная, конечно. Вот, и там вот уже участвовали гости, и там мы что-то придумали симпатичное и смешное. Как бы там ни было, мы сделали вот этими двумя альбомами, фактически, мы представили разные направления музыки, рок-музыки, в которой мы что-то делаем. И, как мне кажется, мы поставили такую планку, до которой дотянуться музыкантам у нас в стране довольно сложно. Редко кто вот что-то такое подобное сможет сделать. Как шоу вообще никто не сможет. Думаю, что в течение... Ну, знаешь, мы говорим не про рок-музыкантов, а вообще про весь цех. Да, мы говорим вообще про всех. Да. Это все надо видеть и слышать. Когда мы говорим про музыку, надо ее слушать. По-другому у нас невозможно. Постпродакшена нет, у нас есть кода, который заключается в том, что гость выбирает вслепую одну фишку определенного цвета и вытаскивает карточку с вопросами. Вопросы самые разные. Про музыку точно нет. Знаете темперамент Дарья Намина? А какой темперамент? Такой, как у рок-музыканта, взрывной. Сразу говорю, что вопросы не я придумывал, не мои. Да. И что надо сделать? Фишку вытащит, фишку. Да. Что-то их там нету. Их четыре там. А-а-а. Так, желтая. Любую желтую карточку теперь выбираем. Так. Надо смотреть вопрос какой, да? Да, вопрос неловкий называется. Выгоняли ли вас из клуба или ресторана когда-нибудь? Нет. И за что? Нет, не выгоняли никогда. А самому приходилось выгонять? Вы знаете, что я никогда не бываю в клубах и в ресторанах очень редко. Так. Ну, сейчас хожу где-то поужинать или с кем-то поговорить. Но как бы выгонять, как странно. Надо спасибо говорить, что мы приходим и платим деньги. Все, это не очень понятный вопрос. А кого же выгоняют, интересно, из клуба? Многих выгоняют. Если вы выясняете... Ну, может быть, они там драку не разыграют? Многих выгоняют. А про рестораны, это потому что... Времени нет. А я думаю, потому что вегетарианец с 4 лет. Ну и что? В ресторанах есть все. Хорошо. Под конец я хочу подарить гостю книжку «24 кадры, правда, про кино». Будет книжка про музыкантов, но на самом деле цветы и Намин – это вещь, про которую нужно написать многотомник. Большой, одной книжкой не оделся. Большое спасибо. Спасибо. Вот снова так. Я так не умею.